Это настоящие первопроходцы. Смелые, неординарно мыслящие, понятливые, собранные, честные и целеустремленные. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Внешний человек показывает практичность, как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Внутренние силы духа и оптимизм этого имени вдохновляют окружающих и побуждают их к деятельности. Нумерология указывает по этому имени явное равнодушие к чужим проблемам. Эти люди должны трудиться над укреплением своего характера, заставить себя преодолевать собственные слабости и нерешительность, поверить в себя. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняют поиск своего жизненного предназначения. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Негативные качества личности с числом имени 1, эксцентричность, эгоистичность, доминирование над другими. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Главное для таких людей помнить, что Солнце, безусловно, центр нашей Солнечной системы, но отнюдь не центр Вселенной. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.